Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я рад вас всех приветствовать. Меня зовут Потапов Сергей Сергеевич. Позвольте мне вкратце рассказать о себе. Я являюсь руководителем отдела логистики в торгово-промышленной компании. Одновременно с этим я преподаватель-практик, бизнес-консультант. Рассказываю о логистике. Имею 15-летний опыт работы в данной сфере, как в транспортно-логистических компаниях, так и на стороне торговых и производственных компаний. Сегодня я вам хочу рассказать о логистике транспорта и о мультимодальных перевозках. Сразу скажу, что тема эта очень емкая, большая, и в течение 40 минут я постараюсь изложить вам выжимку основного, ключевого, чтобы было понимание, что собой представляет данная отрасль, чем занимается логистический менеджмент. И более подробно вы уже сможете узнать, если примете участие в очном семинаре. Касательно темы транспорта. Какую роль вообще он выполняет в социально-экономическом комплексе? Прежде всего, надо понимать, что роль эта двойственна. С одной стороны, транспорт влияет на то, чтобы регионы экономически развивались. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, который вы видите. Это мощный системообразующий фактор для экономики и социальной сферы. Но вместе с тем, чем больше развита экономика и чем больше развита инфраструктура, дороги, тем больше развивается сама транспортная отрасль. Помимо этого, надо понимать, что транспорт расширяет границы товарных рынков, способствует повышению уровня жизни населения. И в бизнесе, в коммерции транспортировка является одной из ключевых логистических функций. Их несколько, но надо понимать, что затраты, которые несет бизнес на транспортировку грузов, занимают по-разному, в зависимости от вида деятельности, от 40 до 60% доли в логистических, в общих логистических издержках, что заставляет бизнес уделять пристальное внимание данному бизнес-процессу логистическому, чтобы им управлять, совершенствоваться над ним. Оптимизация этих расходов позволяет достичь конкурентных преимуществ для любой компании. Постараюсь вам вкратце рассказать о том, как вообще развивалась логистика и транспортная отрасль. На этом слайде вы видите график, где видна кривая развития логистики и самой транспортной отрасли. По оси Y развитие торговли, глобализация, а по оси X развитие IT-технологий и применение инструментов интегрированного подхода в управлении логистикой. Надо понимать о том, что вообще сама по себе логистика, она к нам пришла еще с древних времен, еще с Древнего Египта. Но почему я на этом графике взял 60-й год? Почему я считаю, что это ключевая точка? Почему здесь произошел такой мощный скачок? Почему менеджмент стал уделять пристальное внимание данному процессу транспортировки? Как вы думаете, что произошло в 60-е годы? Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Резкий скачок в развитии маркетинга и реализации его базовых принципов. Как вы думаете, с чем связано, что именно на эти годы пришелся резкий скачок маркетинга? Я буду вам признателен, если вы будете писать свои комментарии в чат по этому поводу, и общение между нами будет взаимным. Напишите, пожалуйста, ваше видение. Я подожду. Вижу, появились комментарии к
контейнер пишет, да. Вот, отлично, правильный ответ. Телевидение, появилось телевидение. А что оно дало? Оно дало тот эффект, что продукт могли увидеть в разных странах. То есть мы могли дать рекламу, и о нем могли услышать, увидеть, узнать во всем мире. Что произошло? Ну, соответственно, торговля усложнилась, она стала более глобальной, глобальнее. И, скажем так, дядюшка Джо в штате Иллинойс, который раньше производил пиво, перевозил на своем Бьюике в соседний там городок, он столкнулся с дилеммой, ему стало понятно, что теперь он может продавать в другие континенты, в другие страны. И стал расширяться ассортимент его продукции, совсем другие уже объемы, расширение, увеличение производственных мощностей. Все это повлияло на то, что менеджмент, управленцы бизнеса, владельцы бизнеса столкнулись с задачами оптимизации между складом и транспортом, то, как они взаимодействуют между собой, куда складывать продукцию, в какое время заказывать транспорт, какой транспорт, как это синхронизировать, как координировать это между собой. Ну и плюс ко всему, в комментариях тоже правильно написали, что по поводу контейнера. На эти годы считается, что началось развитие так называемой мировой контейнерной революции. Я не могу обойти это мимо, это событие. И посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Есть люди, которые действительно меняют мир, меняют его к лучшему, привносят что-то существенное и вносят такие изменения, которые потом отражаются десятилетиями. Среди них можно назвать Малком Маклина, родом из Северной Каролины, который начинал когда-то с того, что был водителем простого грузовичка в США, перевозил продукцию. И часто так получалось, что он приезжал с ней в порт. Я обратил внимание на то, что слишком долго ожидание в порту, то есть само время, которое он тратил на поездку, оно было существенно меньше, чем которое он тратил, находясь в порту, в ожидании, когда же разгрузит его. И именно тогда у него появилась такая идея, что зачем вот эти лишние погрузоразгрузочные работы, когда можно просто снять какую-то часть кузова, поставить ее на корабль, и сама операция грузовая будет выполняться намного быстрее. Когда у него появилась эта идея, он пытался убедить, общался с разными представителями бизнеса, но никто его не слышал, никто ему не верил. Ну, в общем, принял решение проламывать свой собственный путь. Так у него появилась компания, своя собственная, Маклин Tracking Company. И когда она разрослась до серьезных масштабов, он потом призадумался о том, чтобы приобрести свой собственный корабль, переоборудовать его. В этом ему помог инженер Кит Татлингер, переоборудовать для того, чтобы можно было поставить туда контейнеры, подготовить палубу соответствующую, чтобы не было никаких смещений груза. Вот. И вообще началом мировой контейнерной революции принято считать 1956 год, когда он первый раз отправил 58 съемных автоприцепов из Нью-Йорка в Хьюстон в танкере Ideal X. И, насколько я знаю, когда отплывал этот корабль, глава профсоюза стоял и, в общем, ну, чуть ли не плакал. И к нему за этим событием смотрело много журналистов. Один журналист подошел взять интервью у главы профсоюза, спросил, что он по этому поводу думает. И он сказал: «Я надеюсь, этот танкер утонет». Все это связано с тем, что он понимал, что это чревато сокращением рабочих мест. Это совсем другая стоимость за погрузо-разгрузочные работы. Вот. И он понимал, что это такая отправная точка какого-то уже невозврата. Вот. Конечно, не все так сразу получалось.
Нужно было убедить и другой бизнес в том, что нужно по-другому строить корабли, адаптировать, по-другому модернизировать сами порты, чтобы они, у них было соответствующее оборудование, способное принимать контейнеры. Вот. И он потратил очень большой временной ресурс на то, чтобы убедить, на то, чтобы доказать, показать. Вот. Ну и тем не менее добился. На слайде вы видите, что благодаря этому мировой контейнерной революции произошло сокращение времени доставки на 84% и расходов на 35%. Жизненный путь Малком Маклина был тернист, были и взлеты, и падения, и было даже и банкротство. Вот. Была, в конечном итоге его компания, состояла сделка в 1999 году с компанией Maersk, одной из самых сейчас крупнейших морских линий. И эта компания имеет Horizon Lines, считается как американское представительство Maersk. Вот таким образом появились контейнера, которые можно без проблем доставлять из одной части света в другую, делать это быстро, не затянуто. И это, в свою очередь, поспособствовало и глобализации. Глобализации торговли. Бизнес очень быстро понял, что он сможет достаточно оперативно доставлять свою продукцию в разные уголки света. Вот. И именно тогда он еще и призадумался о том, что, в принципе, можно и делать и релокацию производств. Вот. Так что, если вы являетесь антиглобалистом, перед вами Малком Маклин, а он, по сути дела, является виновником данного тренда. 70-е годы. Что же пришлось на 70-е годы? Я сейчас не говорю об СССР, а вообще о мире в целом. Вот. И на 70-е годы пришлось снижение темпов экономического роста. Связано это было с несколькими причинами. Был и экономический кризис, и финансовый, и энергетический кризис. В развитых странах произошло резкое удорожание топлива. Ну, в свою очередь это повлекло резкому увеличению логистических издержек, связанных с транспортировкой, что бизнес заставило уделять еще более пристальное внимание над управлением в сфере транспорта. Стали задумываться, а как можно влиять на то, чтобы оптимизировать стоимость, как управлять и какие можно инструменты применять. Кроме того, об этом же призадумалось и само правительство стран. Они стали заниматься дерегулированием экономики, либерализацией транспортных тарифов, стали стимулировать развитие конкуренции, упростили доступ в транспортный бизнес. 80-е годы. 80-е годы стал происходить прогресс информационных технологий, стали появляться компьютеры, программное обеспечение. И это не могло не отразиться на транспортной отрасли. Увеличилась скорость обмена информацией, более точное стало точное планирование, прогноз. Вот, появилась логистика так называемого быстрого реагирования. Бизнес стал более требователен к дисциплине в плане управления перевозками, транспортом, более требовательный к пунктуальности, к качеству транспортировки. Вместе с этим на рынке стали появляться так называемые 3PL-провайдеры, Third Party of Logistics, логистические посредники, которые стали предлагать комплекс логистических услуг, не только транспортировку, но и сопутствующие виды сервиса, связанные со складированием, погрузо-разгрузочной работы, таможенное оформление, маркировка грузов. В 90-е годы получили развитие идеи Майкла Портера,
Очень советую почитать вам книги данного автора. Их несколько, и каждый из них уникальна и несет в себе колоссальную ценность, контент. Он сумел доказать о том, что если участники будут действовать изолированно, то они намного меньше приносят ценности, чем если же они объединятся. Вот. Эту идею очень быстро подхватили консалтинговое агентство, и со временем она переросла в концепцию управления цепями поставок. Бизнес стал задумываться о том, что надо усиливать координирующую роль между внутри компании, между отделами, между смежными отделами, усиливать координацию с партнерами, действовать более слаженно, более синхронно. Вот. И это тоже, в свою очередь, не могло не отразиться на деятельности транспортных компаний, логистических. Вот на этом слайде я вам хочу показать о том, как, в принципе, отличается традиционная цепь поставок от современной. Такие ключевые отличия. Ну, если говорить про традиционную цепь поставок, наверное, к ней можно отнести, если вы помните, ну, такой прям совсем утрированный пример, это древний шелковый путь, когда из Китая кто-то что-то вез на мешках, на верблюдах, потом где-то что-то это перегружалось на корабль, дальше везлось. Участники всей этой цепи поставок редко друг друга знали и действовали крайне изолированно. Обмена информацией практически никакого не было, и каждый действовал сугубо в своих интересах. Вот. То современная цепь поставок, посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, что для нее свойственно. Здесь уже решения принимаются фокусной компанией в интересах всей цепи поставок. Издержки, риски распределяются между участниками. И все это направлено на то, чтобы повысить конкурентоспособность самой цепи поставок. В 2000-е годы увеличились требования к надежности и гибкости логистических систем. Надо понимать, что век потребления, требования покупателей, требования клиентов, они со временем все больше и больше растут. И нам уже не хочется приобрести какой-то продукт, допустим, давайте представим, там, мы хотим купить шкаф, мебель, и если раньше нас вполне устраивало поехать куда-то там в другой район или даже там регион, чтобы купить какую-то мебель, сейчас мы уже хотим сделать это одним кликом. Хотим, чтобы нам это привезли, не хотим тратить время, хотим, чтобы нам это не просто привезли, собрали дома. Если вдруг что-то не то с продуктом, который привезли, чтобы также одним кликом мы об этом сообщили, очень оперативно приехали, это забрали, привезли новое. И согласно этому становится понятно о том, что здесь ведущую роль играет логистика и транспорт в том числе. И чтобы ваша цепь поставок была максимально конкурентоспособна, в том числе надо следить и за функцией транспортировки, своевременности доставки грузов. Это не может не выполняться, если транспортная отрасль не интегрирована в ваши бизнес-процессы. Одновременно с этим транспортные компании стали существенно расширять спектр логистических услуг. Стали создаваться транспортные системы со стабильными параметрами. Логистика, терминализация, стали появляться распределительные центры. Само государство, смещение фокуса с регулирования уже на социально-экологические аспекты. Хочу рассказать, привести несколько примеров наиболее известных
логистических компаний, которые добились существенных успехов. Ну, посмотрите, пожалуйста, компания DHL. Я думаю, что все участники вебинара ее знают. Ее название в честь трех основателей взято, там первые три буквы их фамилии. Рост этой компании, ну, скажем так, ключевой, произошел после слияния с Deutsche Post, пошли очень большие серьезные инвестиции, и по сей день эта компания серьезно инвестирует в настоящее время в цифровые технологии, и я так думаю, что и дальше эта компания будет занимать лидерские позиции. Meyer Squine, про который я уже упоминал. Возможно, вы слышали, нет. Ну, в основном, чаще всего у нас эта компания ассоциируется с морскими перевозками. Возможно, тот, кто из сферы логистики или тот, кто нет, где-то видел в каких-то документальных фильмах или в передачах большие корабли, контейнера с их надписями. Считается мировым лидером в контейнерных перевозках. И согласно там, одному из последних отчетов, который я читал про эту компанию, они хотят существенно сейчас расширять не только морские перевозки, но и в целом сервис, который связан уже с сушей, то есть существенно расширять спектр логистических услуг сухопутной части. Schenker основан в 1872 году, еще в 19 веке, тоже крупная компания. Номер один по европейским наземным перевозкам, номер два по международным авиаперевозкам, номер три по международным морским, по контрактной логистике шестое место. Не хочется обойти стороной и некоторые известные российские компании. К ним, я считаю, что относится компания транспортная группа «Феска». Годом основания тоже считается 19 век. Главный офис в городе Москва. Компания владеет морским торговым портом в Владивостоке, имеет собственные железнодорожные платформы, собственные контейнера, рефрижераторные контейнера. И тоже сейчас прикладывает усилия на то, чтобы развивать, расширять спектр своих услуг. Major Cargo Service, российская транспортно-логистическая компания, серьезно развили свой сервис. Начинали они с таможенных услуг, с доставки, и тоже занимают у нас лидерские позиции на российском рынке. 10-20 год, период, интенсивный перенос производств в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Произошло формирование такого серьезного полюса, где концентрация, массовое производство, оттуда грузы поставляются в основном в развитые страны, основные потоки направлены. Вот. Кроме того, на рынке появились так называемые уже 4PL-провайдеры. В чем их отличие от 3PL? В основном оно заключается в том, что 4PL-провайдеры оказывают более глобальный всеохватывающий сервис. То есть в их функционал входит управление, по сути дела, логистикой уже не фокусной компании, а всей цепи поставок, планирование, координация, и направлено это на то, чтобы сами компании, фокусная компания, сконцентрировалась на своем основном виде деятельности. Вот. Что еще свойственно? IT-технологии продолжили развиваться, еще существеннее улучшилось планирование логистических систем. Логистические системы, появилась возможность их моделировать. Появились математические модели, которые позволяют принимать правильные решения логистам. Имитационное моделирование, которое позволяет
проиграть различные сценарии. И тоже важный инструмент для того, чтобы принять адекватное решение. Уберизация, агрегаторы транспортных систем, появились онлайн-платформы для управления грузовыми перевозками, автоматизация, роботизация, цифровизация, то, что мы сейчас в последнее время очень часто слышим, и то, что повсеместно стараются сейчас внедрить. Применение нейронных сетей, big data, блокчейн, искусственный интеллект. Все это тоже играет немалую роль, данные технологии в транспортной отрасли. В текущий год, особенно то, что я знаю, было свойственно для, в сфере морских перевозок, бизнес остро почувствовал в период вводимых локдаунов неспособность бизнеса очень быстро перестроиться, проявить гибкость в плане коммуникации между морскими линиями, портами. Все равно слишком много еще пока бумажной работы, согласования операций. И по последним источникам там, информации, которые я читал, там говорится о том, что сейчас будет очень пристальное внимание бизнес уделять внедрению блокчейн. А что же нас ждет впереди? Я попытался сформулировать на этом слайде. Я так думаю, что продолжится тренд на спрос и увеличится требовательность к надежности и гибкости цепи поставок. Большую роль в этом сыграло в том числе и последние события, связанные с ковидом. Рост интереса к внедрению современных IT-технологий в логистике. Продолжится рост в новых рынках в развивающих странах. Этот тренд никуда не уйдет. Хотя, как мне кажется, на глобальном уровне многие менеджеры, кто управляет закупками, призадумываются о том, чтобы расширить карту своих поставщиков и, возможно, пересмотрят политику своих компаний в плане локации производств где-то на отдаленных континентах. Потому что тем же морем, если везти, порой доставка может достигать там, и 40, и 50 дней. За это время может произойти множество событий. Опыт показал, жизнь может приносить разные сюрпризы. Вот. И хорошо все-таки, если держать поставщиков где-то все-таки рядом, поблизости, которые могут выступить, ну, как минимум, альтернативой тому продукту, который производится в странах, где более выгодно производство с точки зрения затрат на трудовые, на человеческие ресурсы. Рост требований потребителей к оказываемому сервису, доставки в любое время и в любое место. Если раньше логистическая миссия, ну она по сути дела и сейчас еще звучит, что доставка должна быть там в требуемое, в нужное время, в нужном качестве, нужный продукт, миссия CMR. Сейчас уже все чаще начинают говорить о том, что нет, доставка должна быть в необходимое время, в требуемое. Приведу пример. Один из моих знакомых решил открыть свой интернет-магазин по продаже свежей рыбы и морепродукты. Вот, и решил предварительный такой маркетинговый анализ провести, самостоятельную такую разведку, стал обзванивать разные интернет-магазины. И с чем столкнулся? Ему говорят, там, да, доставка будет, но там, она будет завтра, ожидайте там, с 8, ну, условно, там, до 6 вечера. Вот.
Какие-то интернет-магазины говорили, доставка будет, но вы знаете, вот мы их заказы консолидируем, и вообще мы доставку осуществляем там раз в неделю. Что эта информация, какой толчок дала призадуматься моему знакомому начинающему бизнесмену? Он подумал о том, что, ну, по сути дела, покупка рыбы, свежей рыбы, это достаточно такая импульсивная покупка. Позвонили друзья, сказали, что могут приехать сегодня в гости, или у вас день рождения, и вы решили ее приготовить. Вам она нужна сегодня, не завтра, не в среду, на следующей неделе. И, по сути дела, чем больше мы сейчас увеличиваем свой фокус над желанием клиентов, чем больше мы их угадываем их потребность и стараемся соответствовать ей, тем больше увеличиваем свою конкурентоспособность. Поэтому последний пункт, который здесь написан, доставка в любое время и в любом месте в те сроки, в то время, в которое хочет клиент. Если следовать именно этой логике, вы сможете свою компанию вывести в голубой океан, там, где нет сильной конкуренции, показать, что вы лучше. Что касается транспортно-логистического рынка, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Доля аутсорсинга. Для тех, кто не знает, аутсорсинг — это передача части своих функций, операций другой стороне, то есть, ну, какому-то посреднику, компании, которая за отдельное вознаграждение готова вам выполнить. Вот. И обратите внимание, что доля аутсорсинга в России значительно ниже. А по сути дела, сама концепция управления цепями поставок, supply chain management, она подразумевает, чтобы эта доля была намного выше. И почему так? Причин несколько. Одна из них связана с тем, что, ну, к сожалению, если в развитых странах мы отстаем от них, к нам рыночная экономика пришла только в 90-х годах, то там в Европе, в Штатах бизнес уже давно находится в условиях рыночной экономики, и эволюционно они в этом плане там на шаг впереди нас. Вот. И взаимодействовать они научились, получается, намного раньше нас, чем мы. Мы этому тоже учимся. Вот. Я считаю, что нам надо время, и все к этому придет. Но пока есть такое, что мы действуем несколько изолированно друг от друга, боимся делиться друг с другом информацией. И вот этой самой интеграции, координации, она не так ярко выражена, пока не научимся действовать более открыто друг с другом. Рынок логистических услуг России. Посмотрите, пожалуйста, на этот график. Тоже интересная здесь картина складывается. Обратите внимание, что у нас около 95% рынок логистических услуг представлен грузоперевозками. И совсем мало — это комплексные услуги, управленческая логистика. То есть о чем это может говорить? О том, что если вы вдруг задумались о том, чтобы запустить там свой стартап-проект, хотите открыть свою собственную логистическую компанию, вот вам пища для размышления, почва для размышления в плане того, чем эта компания должна заниматься. Только ли транспортировкой, или нужно, в общем, показывать клиенту о том, что вы готовы и сопутствующие услуги оказывать. Я периодически действительно с этим сталкиваюсь, и на практике, когда бывает, звонишь транспортной компании, у тебя что-то поменялось в работе, просишь где-то по пути что-то перегрузить, выполнить какую-то операцию, ну, иногда тебе перевозчик может сказать: нет, извините, это не мое,
Или на перспективу даже можешь предложить, сказать там, а вот вы знаете, а нам в будущем понадобится вот еще там складской сервис. Вы не планируете случайно там какое-то расширение, инвестиции, там в аренду взять или там открыть свой собственный распределительный центр. И ну, вот обращаю внимание, что как-то сконцентрированы логистические компании. Вот мы возим, все, вот, ну, дальше вот ни туда, ни сюда. Возможно, ну, у них другая логика, но надо понимать, что и если вы занимаетесь исключительно только доставкой, то весьма очень такая большая конкуренция, и чтобы ее усилить, надо уже, ну, призадуматься о применении каких-то новых видов сервиса, на мой взгляд, ну и над совершенствованием качества оказываемого сервиса. Транспортно-инспекционная деятельность. Что же это такое для тех, кто не знает? Услуги, относящиеся к перевозке одним или несколькими видами транспорта. На этом слайде приведено определение Международной ассоциации экспедиторов. Какие бывают виды транспорта? На этом слайде вы видите перечислено: железнодорожный, морской, водный, автомобильный, авиационный, трубопроводный. Далее условные классификации по месту в цепях поставок, по характеру природной среды. И сейчас я постараюсь вам вкратце рассказать о плюсах и минусах того или иного вида транспорта. И для чего я это рассказываю? Для того, что логист тоже принимает решение, приходя в ту или иную торгово-производственную компанию, каким видом транспорта стоит возить. И смотрит он на этот бизнес-процесс, логистический бизнес-процесс, не только с точки зрения минимизации затрат, но и с точки зрения необходимого уровня сервиса, который нужен клиентам, с точки зрения корпоративной стратегии компании, маркетинговой стратегии компании. Только в увязке с этим можно добиться серьезных конкурентных преимуществ. Железнодорожный транспорт. Посмотрите, здесь у меня перечислены как плюсы, так и минусы данного вида транспорта. Прежде всего, что наиболее для него характерно, то, что высокая провозная пропускная способность у этого транспорта, большие составы перемещаются из точки А в точку Б на большие расстояния. И низкий уровень ущерба окружающей среде. Тоже хочу отметить этот пункт. Не секрет, что в последнее время все больше и больше уделяется внимание проблемам экологии. Если вы взаимодействуете, например, там, с европейскими партнерами, то у них сейчас тоже уделяется этому внимание, каким видом транспорта вы завозите сырье к себе на производство или каким видом транспорта поставляете продукцию уже непосредственно в магазины или на склад заказчика, какой выброс CO2 происходит при доставке. Вот. Ну и логистический менеджмент должен это понимать, учитывать. Иногда бывает такое, что весь ваш бизнес построен на том, что абсолютно все выполняете автомобильным транспортом. Но постепенно такие требования вводятся, ужесточаются. И исходя из того, что я наблюдаю, вижу, что сейчас начинают уже миксовать, что-то заменять на железнодорожный транспорт. Там, где это возможно. Вот. Ну, из недостатков то, что у него есть ограниченная доступность. Не везде ЖД-транспорт может попасть, по небу он не летает. Вот. И есть еще риски хищения. Бывает такое, что где-то вагон может встать на сортировочной станции, недобросовестные плохие люди могут его открыть и что-то вытащить. Автомобильный. Самое главное — доставка.
От двери до двери. Более гибкий транспорт. Если вам потребовалось чуть больше машин, там, чем вы планировали, можно найти в течение нескольких часов. Железнодорожный, например, не так быстро сможет оказаться у вас на складе. Гибкий, маневренный. И что еще важно, что появляется возможность доставки небольшими партиями. Вы можете привлекать маленькие машины, среднетоннажный транспорт, большегрузный. Можете консолидировать разные грузы. И в этом отношении автомобильный транспорт незаменим. Вот. Но есть у него и минусы. Зависит от погодных условий. Есть ограничения по географии, не во всем, увы, районы может проехать машина, особенно на территории нашей необъятной родины. И тоже есть риски и аварий, и хищений, и зависимости от климатических условий. Водный транспорт. Водный транспорт, ровно как и морской, и речной, одно из самых главных положительных сторон, что он является одним из самых дешевых. Но при этом более длительные сроки доставки. Это тоже надо понимать, и логистический менеджмент периодически взвешивает эти два за и против. Вот. При этом есть зависимость еще и от климатических условий. Более сложнее прогнозировать сроки, то есть они не просто еще длительные, но еще и, в общем, сложно сказать, сколько точно по времени займет транспортировка контейнера, скажем так, ну, например, из России, из порта Санкт-Петербург в порт Буэнос-Айрес или в порт Бразилии, простите, не Буэнос-Айрес, поправлюсь. Вот. Воздушный транспорт. Воздушный транспорт, для него самое главное то, что быстро. Чаще всего им перевозят какие-то биоматериалы, вакцины, все, скоропортящиеся продукты, морепродукты свежие, дорогие изделия, ювелирные украшения. Считается, что высокая надежность при транспортировке, но при этом нужно понимать, транспорт быстрый, но дорогой. То есть здесь прямо противоположным водному виду транспорта. Ну, трубопроводный — это отдельный вид транспорта, достаточно монополизированный. Свойственно чаще всего по нему газ, нефть переправляется. Да, низкая себестоимость, герметичность транспортировки. Логистический менеджмент при оценке видов транспорта использует так называемое ранжирование критериев при выборе транспорта. То есть посмотрите, пожалуйста, на этом слайде у меня написаны некоторые виды параметров, там надежность, время доставки, мощность, которые мы сейчас с вами перечисляли. И проставляется некая бальная оценка. Для чего это делается? Для того, чтобы потом в конечном итоге принять для себя решение, что предпочтительнее для вас, каким видом транспорта вы планируете осуществлять доставку всех ваших грузов, или какой вид транспорта для вас предпочтительнее. Помимо выбора вида транспорта, есть еще факторы выбора непосредственно самого партнера, который будет вам оказывать этот сервис, выполнять доставку. И здесь я привел такие факторы, которые тоже влияют на транспортное обеспечение. Финансовая стабильность перевозчика тоже важна. Особенно, как мне кажется, свойственно там, для нашей страны. Много я наблюдаю компаний, которые год-два существуют на рынке, потом растворяются, не все оказываются платежеспособны, там, в том числе и по своим налогам. Мы знаем, что согласно там, российскому законодательству,
Если ваш партнер не отчитается по НДС, это потом неприятная история может прилететь и к вам. Вот. Что еще важно учитывать? Возможность переадресации в пути исследования. Не по всем видам транспорта такое возможно. Регулярность работы транспорта, квалификация персонала транспортных компаний, которые работают на этом виде транспорта, безопасность, информированность о продвижении товара и экологичность транспортных средств, о котором мы уже с вами обсуждали. При выборе транспортной инспекционной компании хочу поделиться с вами одной из методик, которые использует логистический менеджмент. Посмотрите, пожалуйста, приведены здесь показатели. Логистический менеджмент экспертным путем сам для себя их формулирует. То есть они могут быть разные. Я привел несколько здесь в качестве примера. Вот. И суть в том, что сначала расставляются бальные оценки. Это может быть разная шкала от 1 до 10 баллов, от 1 до 3. Опять-таки, это все вам как эксперту. Вы можете это делать в разном разбросе. Вот. И суть в том, что итоговая бальная оценка перемножается с весом важности. Сейчас я вам покажу пример этой самой рейтинговой оценки. Посмотрите, пожалуйста, вы видите здесь, на этой таблице, три компании логистические. В крайнем левом столбце перечислены показатели, по которым их оценивают. Каждому из показателей слева, второй столбец, вы экспертным способом присваиваете вес важности, который важен именно для вас, для вашего бизнеса, распределяете их. И самое главное, чтобы суммированно все эти веса важности в конечном итоге равнялись единице, условно 100%. Вот. Далее, при оценке трех компаний вы ставите им бальную оценку. В данном случае здесь происходит оценка от 1 до 3 баллов. Ну, давайте возьмем с вами, допустим, показатель сроки доставки. Вот самый первый показатель. Одна компания в своем коммерческом предложении вам сказала, что они способны перевести в требуемые вам сроки. Допустим, компания «Экспресс», она сказала, что мы вам точно перевезем и даже быстрее. Вы, соответственно, ставите ей самую высокую оценку — 3. А две другие компании сказали, что ну, мы можем не успевать или постараемся укладываться. Ну, в общем, не дали вам уверенности о том, что они будут способны выполнять доставку в требуемые вами сроки. Озвучили, что ну, там разброс, допустим, там от 3 до 4 дней, а вам надо 3. Вот. А, ну, ставится средняя оценка 2. Ну, единицу можно поставить, если вам компания говорит, нет, точно нет, мы перевозим куда дольше, мы сначала забираем ваш груз, потом где-нибудь там сортируем в распределительном центре, потом это все консолидируем, везем другой машиной, у нас сроки доставки вообще там дней 10. Ну, здесь уже ставите там единичку. Вот. Суть в чем методики? В том, что вес важности перемножается с оценкой и формируется так называемый рейтинг. И посмотрите, пожалуйста, вниз. Две компании, у которых оценка одинаковая, 19, но рейтинг разный. Компания «Экспресс», у нее рейтинг выше. Что это дает? Ну, в первую очередь, дает то, что вы оцениваете своего будущего провайдера логистического перевозчика не только исключительно по стоимости перевозки, а по многим параметрам, и понимаете, насколько он для вас, ну, кто лучше из них. То есть многокритериальная система оценки более объективно позволяет оценить вашего партнера. Что важно? Важно понимать, во-первых, чтобы
логистические транспортные компании понимали вообще, по каким показателям вы их оцените. То есть это не должно происходить как-то изолированно, нужно говорить им открыто. Вот это мой бизнес, для меня важны вот такие-то показатели, они в приоритете. Вот согласно этому примеру, чаще всего менеджеры, занимающиеся закупками на транспорте, ну, принимают решение, что надо в «Оэлэкспресс» отдать большую часть объема в ближайший квартал или там, в ближайший год. Вот. Да, компания, у которой такая же оценка, но чуть ниже рейтинг, ей отдать там, 30% объема и совсем малую часть уже для подстраховки там, третьей компании ООО «Транзит». Это дает понять компаниям, которые везут меньше объем, о том, что их оценивают по этим показателям. И они понимают, что если они над чем-то доработают, доусовершенствуют свои бизнес-процессы, значит, у них в перспективе, в следующем периоде, когда будет проводиться очередной там, тендер, перераспределение объемов, смогут побороться за большую часть объема перевозок, будущих перевозок. То есть это способствует тому, что, во-первых, улучшается качество логистического сервиса, усиливается конкуренция между транспортными компаниями, и менеджер, который занимается управлением транспортом, не идет по пути строго минимизации тарифов на транспорт, что, на мой взгляд, является одной из таких достаточно узких подходов, однобоких в плане управления логистикой. Подумайте сами, если вы привлечете транспортную компанию, у которой совсем низкие тарифы, вы можете с чем столкнуться? Про налоговые риски я вам уже сказал. Можете столкнуться с тем, что перевозчик будет нарушать дисциплину по подаче транспорта к вам на загрузку, по подаче транспорта на выгрузку вашим клиентам. Клиенты будут недовольны, будет падать уровень их лояльности. Бывает такое, что привлекаете чересчур какого-то дешевого перевозчика, дозвониться ему невозможно. Это речь идет об информационной доступности, о статусе исполнения заказа. Компания, у которой конкурентоспособный тариф, может вам предоставить клиент-менеджера, вы всегда будете получать оперативно необходимую информацию или даже онлайн-доступ к личному кабинету, то есть уже даже будет исключена коммуникация какая-то между сотрудниками, просто в режиме клика можете все оперативно узнать. Вот. Подумайте о том, в каком виде привезут вам этот груз. В общем, разные ситуации могут возникнуть, и в итоге окажется, что уже и не так уж и дешево вышла перевозка, как вам хотелось бы. Поэтому я предлагаю такую данную методику. А сейчас мне бы хотелось с вами, ну, на основании вот этой методики, которую я вам рассказал, ну, разобрать с вами небольшой тоже бизнес-кейс. Давайте представим с вами, что вы запускаете небольшой стартап-проект, создаете, приняли решение открыть интернет-магазин по доставке модной одежды. Доставка по Москве и, ну, скажем, есть, вы еще открыли представительство в Санкт-Петербурге. Вот, ваши потенциальные клиенты находятся тоже в этих городах или в близлежащих областных центрах. Вот. И при запуске этого стартап-проекта вы, так же, как и мой знакомый, про который я вам рассказывал, провели некий свой предварительный маркетинговый анализ, изучили рынок, как действуют конкуренты, и выяснили о том, что доставка нужна строго на следующий день. Если не будете выполнять это условие, то потеряете свою конкурентоспособность, что
Около 80% ваших клиентов предпочитают рассчитываться банковскими картами, то есть не наличные расходы и не оплата через сайт. Также им было бы важно понимать о том, что где находится ваш заказ во время доставки, когда его привезут. Важно это понимать не только вам, но и вашим клиентам. Вот. И поэтому я предлагаю вам сейчас в режиме brainstorm подумать в данном случае, какие параметры именно для этого бизнеса показались бы для вас наиболее важными. О чем бы вы акцентировали внимание при проведении тендера, как бы вы распределили веса важности. Для удобства я сейчас вернусь на предыдущий слайд, чтобы вы имели примеры. Посмотрите, пожалуйста. Возможно, вы какие-то показатели захотите взять отсюда, а может быть, что-то предложите свое. Я буду вам признателен, если вы напишите в чат свои идеи, свое видение. Подожду. Итак, напомню, по каким показателям вы бы хотели оценивать своих будущих партнеров, транспортных компаний, которые будут осуществлять доставку ваших заказов? Как бы вы распределили веса важности, на чем бы вы сакцентировали внимание при оценке будущих логистических партнеров? Буду признателен за ваши мысли, за ваши идеи. Я вам уже сделал несколько подсказок. Там большая часть клиентов хотели бы получать товар и оплачивать за него там, банковскими картами при получении продукции. О чем это может говорить? Ну, о том, чтобы ваш будущий партнер выполнял услуги не только по перевозке, но и эквайринг, способность принять платеж во время доставки. Вам, может быть, это покажется странным, но я на практике сталкивался с тем, что не все перевозчики готовы оказывать такой сервис. То есть есть уже один показатель. Вот я смотрю, в чате здесь пишет Егор Ищенко. Сроки доставки, тариф, соблюдение сроков, сохранность, финансовая надежность. Я так понимаю, вы, скорее всего, расположили это в порядке бывания важности. Согласен, сроки доставки важно. Будете вести 3 дня, никто с вами работать не будет. Тариф. И да, и нет. Почему? Вы потратили какое-то время, поставьте себя немного в рамки покупателя, потратили какое-то время на то, чтобы найти какую-то там модель кроссовок. Полчаса, час просидели, мониторили разные сайты, и вот вы нашли ту обувь, которая вас устраивает и по цене, и по качеству, и в общем, вот оно, то, что я хочу купить. Условно, открываете страницу раздела на сайте «Доставка», видите, там «Доставка» написано 700 рублей по Москве. Вы будете тратить опять полчаса там или час на то, чтобы найти опять эти же кроссовки на другом интернет-сайте, вот, ну, где будет доставка там 500 или 600 рублей. Возможно, если вы имеете дело с продукцией, которая не такая уникальная,
да, там, допустим, модель какого-то пылесоса, там, да, действительно, можно очень быстро посмотреть, пробежаться вам, тот же Яндекс.Маркет там выдаст, где по какой цене продается та или иная продукция, и можно быстро, оперативно сравнить свою стоимость по доставке. Вот. Но в данном случае то, что применимо там, к одежде, к модной одежде, здесь, наверное, тарифы уже могут быть не столь актуальны. Я бы их поставил бы на четвертое, пятое место, но, может быть, не второе. Вот еще пишут. Первое — сроки и срочность доставки. Правильно. Об этом надо думать. Как быстро к вам смогут подогнать машину? У вас появился заказ. Чем быстрее довезете, тем лучше. Насколько оперативно смогут среагировать на вашу потребность? Надежность. Жалко, что сейчас не общаемся в офлайне. Хотелось бы понимать, что конкретно вы имеете в виду под надежностью. Надежность при доставке, что там ничто не произойдет с кроссовками, пока их везут, или надежность в плане того, что насколько компания устойчива, транспортная компания устойчива на рынке. Информация. Да, важно. Вы сообщили клиенту, мы к вам привезем заказ там, с 8 до 12. Но мы все больше и больше живем в таком диком ритме, то, что касается жителей мегаполиса. Время очень дорогое, и хотелось бы более точно понимать, там, где сейчас заказ. Его привезут через полчаса или через 2 часа. Вот. И, как мне кажется, если мы сможем показывать нашим клиентам, что вот он уже в пути, примерно через 40-50 минут он будет, клиентам это точно будет удобно, и наверняка они потом обратятся к вам с повторным уже заказом. Еще какие идеи? Пока вижу, что основной акцент делается на сроках срочности доставки. В целом правильно мыслите. Информационная доступность о статусе исполнения заказа. Попробую я еще подсказки дать. Смотрите на перспективу. Запускается стартап-проект. Кто знает, какими семимильными шагами дальше начнет расти ваш бизнес. Может быть, вы завтра захотите открыть там еще в каких-то крупных городах-миллионниках свой бизнес. Кто знает, может быть, вы через год, через два займете достаточно серьезную нишу на действующем рынке этих мегаполисов. О чем я это говорю? О том, что могут серьезно увеличиться объемы продаж у вас. И в этом случае вы столкнетесь с такой дилеммой, что, может быть, пора уже часть продукции, которая есть у вас, хранить на складе перевозчика. И неплохо было бы провести переговоры с будущим партнером и спросить, а у вас есть свой собственный распределительный центр? Ну, то есть с прицелом на будущее. Я бы добавил тоже такой параметр, тот, кто говорит, да, у нас есть, если вдруг потребуется, мы готовы оперативно среагировать, проявить гибкость и клиентоориентированность и предоставить вам такой сервис. Наличие сети. Есть, согласен, молодцы. В целом я вижу, что грамотно, логично мыслите, и, как мне кажется, нашли мы взаимопонимание в этом вопросе. Но у меня была задача провести брейншторм, показать, насколько это важно. Увеличивать свой фокус над потребностями клиентами и как должен реагировать на это логистический менеджмент в сфере по управлению транспортом, закупках, связанными с транспортно-логистическими услугами, и как это может повлиять на конкурентоспособность компании. Еще две маленькие темы, которые я хотел бы затронуть. Децентрализованные перевозки и централизованные. Для тех, кто не совсем точно верно понимает, я прокомментирую. Речь идет о том, что торговая производственная компания, которая
занимается, ну, что-либо там производит, продукт, клиентам нужна доставка от склада А в пункт Б. И мне бы хотелось, чтобы вы еще призадумались о том, хорошо ли это, если клиенты приезжают сами забирать продукцию. Почему задаю такой вопрос? Потому что тоже наблюдаю это повсеместно. Есть так называемый самовывоз. И мне бы хотелось акцентировать внимание о том, что есть негативного в плане того, что если это у вас достаточно существенная доля этого самовывоза. Особенно, как мне кажется, это не очень хорошо для крупных торговых и промышленных компаний. Но в целом, первым делом берем фокус на клиента. Что не очень хорошо, это для клиента самое важное. Ну, надо понимать, что клиента заставляем вообще этим заниматься. Он тратит время. В самом начале этого вебинара я вам уже говорил. Нам удобно. Клик, привезли, установили, настроили. Если не понравилось или сломалось, быстро забрали, увезли. Клиенту неудобно тратить на это время, содержать собственный штат диспетчеров. Кроме того, клиент несет риски по срокам доставки, по качеству транспортировки. Налоговые риски, мы уже про них упоминали. Неизвестно, с каким перевозчиком ваш клиент столкнется. Клиент может испытывать негативные эмоции в результате некачественной транспортировки. Просто представьте себе ситуацию. Давайте опять мебель. Вы производите мебель, клиент сказал, приеду, заберу сам. Но не находит самостоятельно перевозчика, он не профессионал в сфере логистики, нашел какого-то там попутного водителя, не знаю, там машину или просто в Яндексе набрал. Приехал водитель, небрежно перевез этот диван, а он из какой-нибудь там крокодилей кожи, красного какого-нибудь изысканного там дерева, поцарапалась. Приезжает перевозчик к клиенту, и клиент испытывает негатив. Да, умом он понимает, да, это я привлек этого перевозчика, но вы все равно должны понимать, что клиент испытывает негативные эмоции, и все равно будут ассоциации с вами, что забрал он у вас. Он может подумать, зачем я вот полез, зачем я вот там купил, лучше бы вот, не знаю, там вот здесь, на соседней улице бы забрал бы и точно бы с такой проблемой не столкнулся. Я считаю, что менеджмент компании должен об этом помнить и знать. И кроме того, надо еще понимать, что очень тонко вот это сложно провести вот эту ответственность в плане того, что а где поцарапалось? Поцарапалось, пока везли, или поцарапалось, когда грузили машину? Могут быть вот эти споры, это еще больше негатив. Лишняя коммуникация, вы там начинаете оправдываться перед клиентом, вы смотрите, поцарапали не мы, вот видеозапись. Ну, в общем, мы дополнительно грузим нашего клиента. Об этом надо помнить, об этом надо знать. И смотрите то, как устроен ваш бизнес, как устроена логистика. И надо влиять, следить за тем, чтобы все-таки перевозки были централизованы, то есть вы влияли на этот процесс. Посмотрите, что плохо уже не для клиента, а именно для вас, как для грузоотправителя. Нужно понимать, что если к вам приезжают клиенты сами забирать, это сложно управляемый уже процесс. Вы же не будете своих клиентов дисциплинировать. Ну, точнее, можно это делать, но согласитесь, как-то нехорошо заниматься воспитанием своих заказчиков. Скорее, должно быть наоборот. Если клиент ищет свой транспорт, надо понимать, что так как вы не влияете на этот процесс, в связи с этим может возникнуть длительное хранение продукции на складе. Конечно, можно в контракте прописать, что если оно излишнее, это хранение, то вы имеете право там оштрафовать своего заказчика, но это тоже деликатный момент, оштрафовать своего клиента, захочет ли он потом в следующий раз к вам вернуться.
Если это долго лежит на складе, это значит риск за того, что может склад быть затарен, усложняется скорость грузовых операций на вашем складе, могут образовываться неликвид. Продукция-то лежит на складе, пока вы ее не реализовали, пока она не уехала со склада, значит, она еще не реализована. Это значит заморожены финансы в запасе готовой продукции. Так как это сложно управляемый процесс, это плохо, негативно влияет на точность планирования. Вы не до конца можете спрогнозировать, как быстро уйдет продукция с вашего склада. Это плохо влияет и на прогноз, и на планирование. Сложность в автоматизации, синхронизации логистических процессов. Сейчас очень много внедряют различные там, продукты, IT-продукты, связанные, там, тот же ярд-менеджмент, управление грузовым двором. Логистический менеджмент просит сейчас устанавливать транспортные компании специальные мобильные приложения, при помощи которых они могут регистрироваться, когда приезжают к вам на загрузку. Вот своих партнеров, с которыми, я имею в виду транспортные компании, с которыми вы сотрудничаете, куда проще договориться, проще обучить, рассказать, как установить это мобильное приложение, то в случае с клиентами это будет намного сложнее реализовать. Это опять-таки дополнительная нагрузка на клиента, это для него лишние коммуникации с перевозчиком. А со своими партнерами куда проще договориться, если, конечно, они клиентоориентированные. Вот. Ну и плюс ко всему, при самовывозе, если вдруг вам требуется, допустим, какие-то специфические машины, специфический вид транспорта, там, с боковой загрузкой, коники, там, допустим, перевозка труб, стяжные ремни там требуются, или ну, много может возникнуть разных специфик. И клиент, который принял решение, что будет забирать собственными силами, не до конца погрузился во все детали, в итоге приезжает на загрузку и выясняет, что его транспорт не подходит. Ну, опять, в общем, здесь возникает лишняя коммуникация, лишняя трата времени, вы начинаете созваниваться с клиентом, вы или ваш коллега из отдела продаж объяснять, опять негативные эмоции. К чему я это все рассказываю? Потому что призадумайтесь, стоит ли клиентов заставлять забирать собственными силами. Я говорю слово «заставлять», оно может это происходить ну, вами не намеренно, вот, но надо подумать о том, что, возможно, где-то даже стоит пожертвовать лишними логистическими издержками, сравнить их с теми логистическими издержками, которые могут возникнуть в силу тех негативных моментов, которые я описал здесь, и сравнить их между собой. Это может оказаться экономически куда более целесообразней выполнять доставку для своих клиентов собственными силами. На этом мой вебинар заканчивается. Я был очень рад с вами пообщаться. Если у вас есть какие-то вопросы, уточнения, вы можете их написать в чат. С удовольствием на них отвечу. Хочу вам напомнить о том, что 11 апреля планируется проведение очного мероприятия, которое продлится несколько часов, где я более подробно расскажу уже о каждом виде транспорта, об особенностях управления тем или иным видом транспорта, коммуникации, взаимодействия с логистическими партнерами, провайдерами. Расскажу, уделю внимание взаимодействию со смежными отделами компании, как взаимодействует логистический менеджмент с отделом снабжения, с производством, склад, маркетинг, продажи, правовое регулирование. Расскажу об современных информационных технологиях, которые сейчас используют логистический менеджмент на транспорте. Поэтому welcome, буду рад вас всех видеть. По городскому транспорту у вас есть вебинар, спрашивает здесь участник. Вы имеете в виду
перевозки, которые внутригородские. Есть не вебинар, а семинар. На семинаре я планирую эту тему тоже затронуть, в том числе и рассказать о спецификах перевозок не только межгородских, не только межконтинентальных, но и внутригородских. Подожду еще минуту, на тот случай, если есть еще какие-то вопросы, уточнения, о чем-то хотите спросить. Вот вижу сообщение, пишут спасибо. И вам спасибо, тоже очень приятно получать от вас обратную связь. Приходите, расскажу подробнее. Я вам рассказал только совсем малую часть из того, что можно донести. Увы, ограничен по времени. Ну, я смотрю, вопросы не подгружаются в чат, ну ничего страшного. Возможно, вы их принесете с собой на уже офлайн семинар и уже более поподробнее с вами пообщаемся. Еще раз, очень рад был с вами поделиться там, опытом, знаниями. Приходите, расскажу поподробнее об отрасли. Всего доброго, удачи и успехов вашему бизнесу.